Можно задать вопрос, на который, конечно, не существует ответа. А что было бы, если бы здесь, в этом здании, в этом помещении, не было принято исторического решения о восстановлении патриаршества? Ведь и здесь раздавались голоса, что не нужно восстанавливать патриаршество, что это идет вразрез с общим развитием политической мысли, что это некий ригоризм, некое восстановление давно утраченного, что это, мол, подорвет принцип соборности, разрушит соборное начало в церкви. Но по милости Божией гром революции, видимо, очень помог многим задать себе вопрос, а что будет, если в этих условиях во главе церкви не будет патриарха? И потому само решение вопроса о восстановлении патриаршества прошло уже при подавляющем превосходстве тех, кто стоял за восстановление патриаршества. Мы знаем, что святейший патриарх Тихон очень скоро был лишен реальной власти. И вот еще одно свидетельство об особой силе патриаршего служения. Лишенный власти, он продолжал оставаться главой, предстоятелем церкви, ее центром. И только по одному вопросу, вы в Тихоновской или в Обновленческой? По одному этому вопросу и последовавшему ответу определялось, на какой стороне православный христианин. И мы знаем, что абсолютное большинство были вместе с патриархом Тихоном.